Анимационная студия «Небо» представляет. Голос древности. Сегодня утром древний окаменелый пузырь начал издавать страшные звуки, которые не прекращаются до сих пор. Жители города в панике. Чтобы выяснить причину возникновения этих звуков, мы отправляем экспедицию внутрь пузыря во главе с профессором Федором. Ура! Приключения! Ну что, все взял? Да, знания и смекалку. Привет, ребят. Привет, Тен. Привет, ребятки. Все готовы? Да! Да! Нам нужно быть очень аккуратными и держаться вместе. Внутри нас может подстерегать множество опасностей. О, оттуда пахнет чем-то вкусненьким. Нам туда? Свою сумку. А я потерял след. Смотрите, там свет. Ой, какая красота. Это же светящиеся кристаллы. Я думал, их не существует. Мы можем использовать их как фонари для освещения дороги. Смотрите, там проход. Кажется, я снова учуял след. Ребята, мы на верном пути! Чуть в рот не залетели. Смотрите, там что-то есть. Смотрите, тут пропасть. Нам ее не перейти. Паук! Скорее, назад! Что с тобой, паучок? Моя лапа болит. Бедненький. Сейчас я тебе помогу. Ребята, выходите! Паучку нужна наша помощь! Спасибо! Вы меня спасли! Как я могу отблагодарить вас? Паучок, мы пытаемся найти, откуда исходит этот звук! Я думаю, вам туда! Да, но как мы перейдем на ту сторону через эту пропасть? Пока, паучок! Будьте осторожны!
Запах сладости усилился. Эй, хватит кричать! Нам тут и так криков хватает! Ух ты! Говорящий мини-пузырь! Что случилось? Ты в порядке? Смотрите, что я нашел! Эй, отпусти меня! Какой милый! Перестаньте на меня так смотреть! И вообще, вы все арестованы! Ой, хорошо! Что нам делать? Я отведу вас к королю. Правда, ему сейчас не до вас. У него сильно болит зуб. Кажется, мы нашли причину этих звуков. Это король! Король? Да! Его крики попадают вон в ту трубу, где его голос многократно отражается, в результате чего усиливается и становится похожим на... На рев больших бабл-завров! Точно! Мы перепробовали уже все средства! Пирожные, торты, конфеты, шоколад! И ничего не помогает! Зуб его величества не проходит! Какие глупенькие! Если болит зуб, то его нужно вылечить. А болит он как раз из-за сладкого. Правда? Конечно! Сейчас я посмотрю, что там. Ваше Величество, откройте, пожалуйста, ротик. Ooh! Ah!